Рыбаки, всем здорово, и сегодня я еще хочу показать точку на буфало. Вот у меня поклевый, даже очень хороший. Так, это буфик большеротый, черного, к сожалению, тут не залетело. По садку у меня, если по массе отсортировать, то самый большой пока на 8, но у меня за прошлый час залетал и 12, и 10, и мог бы и трофейный залететь. Вот крыловым залетает карп чешуйчатый, карась серебряный и карась, ну, золотого тут не очень много карася. Сборка вот такая: ловим на большой один крючок, ловлю на поводки 36 килограмм. Монтаж: перец плюс тонущий бойл — это классическая осиная оснастка. Хелен Ван Зандит, красный крыль, 14 пелец, смарт бойл, смесь специй, 16, это тонущий бойл, и Мэд Майерс, дьявольский звучий на дип. ПВАшка у меня вот такая, ну, то есть можно с подом закармливаться, тоже будет неплохо. Молотовый кукуруза, красный крыль 4,8, специи 12, жгучий 6, душистый перец. Вот. Поклевывает неплохо. У меня вот по садку это за 26 минут 28 хвостов. Вот. Даже еще вот буфик залетает. Оп. Вот. Клипса 8. Клипса 8. Точка с координатами 100. 41,98, координаты G, ну, в общем, вот тут. Ага. И в принципе фарм выходит у меня под 750-900 монет за час. Это река Ахтуба. Поэтому все, кто хочет пофармиться, приходите на эту точку, пока буфало еще клюет. И закрывайте свои трофеи. Вот. Поэтому достаю последнюю рыбку. И желаю всем никвасан и 1000 серебра в час. Всем пока-пока.